диетолог назвала самое полезное для здоровья мясо. Врач отмечает, что оно напрямую влияет на иммунитет. Мясо – это невероятно полезная еда, которая содержит необходимый белок и большое количество аминокислот. Самой полезным мясом является курятина. В данном типе мяса достаточно много аминокислот, белка, а также немалое количество жира. Особенно полезной является куриное филе. Аминокислоты напрямую влияют на иммунную систему, так как помогают клеткам строить иммуноглобулины. Наиболее важными для здоровья аминокислотами считаются триптофан, валин, лейцин, трианин, метионин, изолейцин, лизин и фенилаланин.